Вы смотрите новости онлайн. Катя Лель подставляет мужчин. Разместив в своем инстаграм совместный снимок с Александром Домогаровым, Катя Лель разбудила, как говорится, спящую собаку. Безобидное фото, на котором певица позирует с потрясающим актером, вызвало массу негативных отзывов. Лицо любимого многими актера на фото действительно выглядит неестественно опухшим. Появились даже предположения, что он перенес инсульт. Страсти накалились настолько, что певице даже пришлось встать на защиту артиста. Посмотрите на себя в зеркало. Вы идеал или вы молодеете и не меняетесь с годами? Будьте добры и разумны, обратилась она к подписчикам. К слову, это не первый случай, когда Катя Лель невольно подставляет известных мужчин. Недавно она обнародовала фото с Григорием Лепсом, и пользователи тут же накинулись на музыканта. Возможно, певице просто нужно более тщательно выбирать фото для публикации в сетях. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!